Улетает, но с длинным, с коротким можно отыграть. Но тоже более контрольно. Скорее, надо чуть наоборот заметить. Если длинный, можно сразу начать. Не обязательно сильно, но с длинным. Так тут и с коротким лучше бьет. Потом подача своей. Вот это сюда более хорошо. Влево, ты же все выиграл, ты потом другой вправо подобрал. Потом подлиннее. Почему? Потому что иногда подлиннее. Но тогда же дешево, но можешь сначала начать, тогда перебрышь. То есть не только коротко, иногда длиннее тоже. Это точнее. Thank you.
себе вплотную играть, уверенно. Сделай, потом не будешь понимать, ты что делаешь? Сделай чего-то, правильно, сделай другое. Чуть-чуть, не надо сильно. Нет, чуть-чуть, если тебе чуть-чуть сдвигай. Первый человек, потом ноги все перед собой уже дальше. Второй, третий, вот это. Thank you.
школу.